Александр Трушин. Александр, расскажите, сколько лет вы работаете дальнобойщиком и какова была вот до всей этой ситуации вот процедура прохождения границы? Работаю уже больше 10 лет. Прохождение, конечно, было разное, но такого коллапса я еще не видел. Угу. Это ужас просто. А как обычно? Такой калеки не было. Да, обычно, выборочно только. Откроют, посмотрят или на рентген. Ну, эта процедура была не такой затяжной. Проходила намного быстрее. А сейчас что поменялось? Что сейчас литовская таможня делает? Почему так затянуто? Ну, сейчас у них 100% все машины через рентген. Рентген один там работает. Было бы 2 или 3, там было бы быстрее, конечно. И он один не справляется с таким потоком. Так, расскажите, какой груз вы везете и сколько вы здесь уже стоите? Везу консервы с Калининграда на Минск. Стою уже вот 2 суток уже, можно сказать.